Сера, ти зараз спеціально в Криму віддихаєш і є? Зачем вам віддати розрешено? Хороший вопрос. Там же была и другая идея, не только насчет разрешения, а насчет того, чтобы выиграть под спросить, кто отдыхает. Она, по-любому, вот в этом году количество РСМ, которое отдохнуло в Крыму, на 25-28% выше. Ну, может быть, конечно, украинцы туда не поехали. Причем, опять же, государство там доплатило, бог знает сколько бабла. Ну да. Чтобы это... Откуда опять бабла? Да, я знаю откуда. Я 5 лет работал, короче, официально однажды. Работал и неплохой. Слушай, носил побольше, чем у некоторых.